Всем привет, с вами Дрончик, и в этом видео я расскажу, как пережить первую ночь в игре под названием Майнкрафт. Вот мы появились в нашем новом мире. Первым делом нам нужно добыть немного дерева. Оно понадобится для того, чтобы сделать верстак. Впоследствии мы на нем будем крафтить разнообразные вещи. И сделать наше первое жилище. Нарубим мы около 20 штук или больше, чтобы нам хватило его. Еще немного осталось. Итак, вот мы нарубили немного дерева. Теперь сделаем из дерева доски. А из досок мы уже сделаем верстак. Теперь на верстаке мы должны сделать кирку, чтобы добыть немного угля. Уголь нам нужен, чтобы сделать факелы. Потому что ночью будут вылезать всякие разные мобы. Вон мы видим уголь. Вон. Это вот и есть уголь. Довольно часто он встречается в пещерах, но на поверхности его тоже довольно много. Скрафтим факелы. Сначала нам нужны палочки. Факелы крафтятся вот таким вот образом. Также добудем немного камня, чтобы сделать каменные инструменты. Они прочнее в два раза относительно каменных. Также из камня мы должны будем сделать печку. Так, думаю, 23 штук нам хватит. Пойдемте найдем место для нашего первого домика. Прям тут давайте построим домик. В принципе, можно строить в любом месте. Там, где вам нравится. Сделаем небольшую коробку на первый раз. Расставим заранее наши факелы. Снова поставим наш верстак и сделаем дверь. Дверь крафтится вот таким образом. Поставим ее куда-нибудь теперь. Нет, давайте с другой стороны. Делаем теперь каменные инструменты. Кирка. Вот таким вот образом крафтится меч.
таким образом лопата. И вот таким вот образом крафтится топор. Небольшой лагин, но это ничего. И в принципе в этом домике вполне можно пережить первую ночь. Сделаем немного стекла, чтобы сделать окна. Стекло делается из песка. Так, теперь нам нужно сделать печку. Печка крафтится вот таким вот образом. И теперь переплавим наш песок. В качестве топлива может выходить палочки, доски и необработанная древесина. Рубим тут окно и с другой стороны. Но в качестве топлива для печки лучше всего использовать уголь. Он дольше всего горит, и на один уголь вы можете переплавить 8 ресурсов. Допустим, железо, песка, и золото и так далее. Но если вам нужно, допустим, пожарить мясо, то тогда лучше пожарить его при помощи досок, чтобы не тратить один кусок угля на одно мясо. Это не слишком выгодно. И в первый день нашего пребывания в этом мире уголь еще не является таким вот популярным ресурсом у нас. И в принципе лучше его экономить. Поставим еще около двери стекло. Для красоты. А нет, тут не будем ставить. Факелы на стекло не ставятся. И теперь мы должны дождаться ночи, в принципе. Небольшие лаги. Это что ж такое-то? Закрылось наконец. Солнце уже. Вот уже солнце заходит. Ночью тут вылезают разнообразные враждебные мобы, которые все время будут пытаться вас убить. Днем они находятся в пещерах. Большинство из них, по крайней мере. Сейчас мы, наверное, их увидим. Если они придут, конечно. Но пока у вас нет брони, лучше их избегать. Ночь наступила уже. И на этом мы, пожалуй, завершим. Итак, на этом первая серия туториала по Майнкрафту окончена. Всем спасибо за внимание. Пока.